Поэтому в случае, если вы не спите, у вас нарушение психики, в случае, если вы нервный человек и психованный человек, ну, возможно, не можете сосредоточиться, то тогда. А так все люди, каждый человек ясновидящий, через любой инструмент, там, возьмите кубики, если умеете, погадайте, будет все показывать точно. Маятник можно сделать, он тоже хорошо гадает. А так, так к этому это так преувеличили, это ясновидение, что такое. Да я это вообще, это все полная ерунда. Каждый человек берет карты, если умеет, может гадать. Все это нормально, долго гадайте на картах, приходят картинки. Вот те картинки, которые приходят, их можно видеть и развивать. Это как во сне, знаете, проснулся, а сон еще идет. Точно так же и в этом ясновидении. Как будто сон еще там продолжается. Вот задаете туда вопрос, там показывают, что показали, то и будет. С каждым годом просто все лучше и лучше показывают, только в том случае, если ты все добрее и лучше. Потому что если ты какашка, то не показывай.